Телеканал КРТ представляє. Кстати, я уже давно оставил эти иллюзии, что весь мир очень хочет помочь Украине. Вот заработать на Украине все хотят. Забрать наших лучших ученых, наши квалифицированные рабочие руки все хотят, мы видим. Причем в миллионных масштабах. Чтобы мы воспитали, благодаря хорошим таким настоящим традициям и высшей школы, и традициям образования толковых людей, и которые поехали бы обогащать интеллектуально, человеческим капиталом другие страны, все тоже хотят. А помочь Украине, понимаете, мы слишком стали открытыми в той ситуации, когда мы были слабее, чем другие страны. И нам говорят, давайте будем равными. Вот договор ассоциации, мы же равные, да, вот смотрите. Мы можем вам продавать продукцию, а вы можете нам продавать продукцию. Но какие мы равные? Мы, покупая продукцию технологически совершенную, финансируем их развитие, они покупают нашу сырьевую продукцию, плюс еще они нам поставляют комбайны, технику и удобрения, и средства химической защиты своего производства. Так, знаете, равенство в неравенстве есть неравенство, меня учили. Какое-то, это полное неравенство двух стран, которое все полное, больше и больше усугубляется. Да. Я навіть розумію, що якщо там вони можуть безкоштовно навіть гроші отримати, тобто ніяких відсотків не платити, то в нас в Україні це неможливо. В нас в Україні... Ну, абсолютно ні, різні условия. Як можна говорити про відкритий ринок, якщо в них... конкурентна, фактично в них конкурентна позиція завжди буде краща, ніж у будь-якого українського бізнесу. Ну, тобто, це по всім, параметрам. Доступність денег повна. І, пожалуйста, готовий завалювати деньгами, лиш би щось ти створював. У нас недоступність денег. У нас емісія своїх денег, по суті, ограничена внешніми фінансовими міжнародними інститутами. Хотя эмиссию под инновации можно вполне проводить, это не будет приводить к инфляции, а наоборот, к развитию страны. Ведь все страны, которые развивались, они же имитировали деньги под свое развитие. Ну, классический, конечно, пример – это Соединенные Штаты, которые имеют свой доллар. А разве Япония по-другому развивалась? А Китай? Собственная финансовая политика. Да, они очень умело играют на валютных курсах, на очень тонко играют на и покупке внешних долгов Соединенных Штатов и на мировых финансовых рынках. Это очень сложная игра, но тем не менее свое развитие они обеспечивали своей самостоятельной финансовой политикой, которую мы не можем сделать. Или, например, есть такой вот запредельный, извините, по своей недолугости, помылковости, хочу сказать, что глупости, термин «нам нужны иностранные инвестиции». Просто. Да, нужны, но с технологиями. А если просто инвестиция, то инвестиция, чтобы на нас заработать. Зачем дается инвестиция? Подарить деньги? Ну, кто подарил? Це, ну, це, щоб заробити. Це приблизно так само, що от ми будемо лобіювати зелений закон, побудуємо за умовно 100 гривень електростанції та заберемо в рамках цього закону у вас з бюджету 1000 гривень. А ми, покупаючи технології під ці інвестиції, по суті, навіть якщо це інвестиції в реальне производство, якщо вони основані повністю на технологічних, научних досягненнях тої країни, вони профінансували свою науку. Знаете, страна, которая не финансирует науку, вот я очень часто люблю вспоминать, потому что это, ну, в моем присутствии было, близкий очень для Украины человек, отец его брат похоронен в Украине, как участник войны, он часто приезжал к нам в Украину, нобелевский лауреат Жерес Иванович Алферов. Я его помню еще с чуть ли не советского времени. Вот, в близких отношениях мы с ним были. И он говорил, если страна не занимается наукой, она колонизируется. То есть в науке и в суверенитете есть еще очень важное свойство. Наука – это суверенно образующее понятие. Есть понятие суверенно образующие технологии. Если мы можем, обладаем технологией, произвести лекарственный препарат, это безопасность с точки зрения того, что мы лечили своих людей, когда вдруг
нам обрежут поступление лекарств. Mm. Если мы в состоянии производить военную технику, и нам не хотят какой-то эмбарго на поставку, это мы видим во всем мире, мы не можем защитить себя. Если мы не обладаем технологиями в области энергетики, ядерными технологиями, в энергетике создания тепловых станций, любых станций, то мы не можем себя обеспечить энергией. Это энергетическая тогда, и мы не можем обеспечить себе энергетический суверенитет. То есть у нас возникает зависимость, то есть полная потеря суверенитета. А такая страна без суверенитета полного таких стран нету. Но если иметь в виду технологический, энергетический суверенитет в отношении биобезопасности, чтобы не защитить себя в сфере биобезопасности, это уже тогда просто уже контуры страны, контуры государства вообще теряются. Поэтому здесь очень важно это свойство. То есть, мы просто бачимо зараз, что да. Все на Украине, очевидно, уже йде. И обратите внимание еще, никто у нас развитию, технологическому развитию страны никто не способствовал извне. А еще потребно... Я не помню. Вот я каждый раз, разговаривая с политиками, которые, как правило, большинство из них не очень так углубленно понимают состояние науки и технологии у нас. Правда, надо отдать должное, многие очень интересуются, я с удовольствием об этом рассказываю. Что у нас не было ни одного конкурентного производства, которое создавалось за счет инвестиций, сопровождающими высокотехнологическими какими-то предприятиями, чтобы такие рождались. У нас никто не строил никакого научно-исследовательского института извне, да и сами мы не строили новых. У нас до критического уровня упало количество ученых. Понимаете, есть еще понятие, критическое количество ученых, чтобы это была сама вот эта вот подсистема, да, наша национальная, чтобы она сама себя воспроизводила. Должны быть и научные школы, должно быть какое-то количество учеников, количество людей, которые занимаются определенными видами научного творчества, технологиями, да, которые потом способны сопровождать технологии на собственных предприятиях. Вот это же огромное, это на самом деле мы находимся, уже опасную черту эту переходим. То есть в Европе мы страна с самым меньшим количеством исследователей на 1000 работающих. Вот до чего дошло. В маленьких странах даже в разы уже больше ученых на 1000 работающих, чем у нас. Это в то время, когда мы по уровню науки и сейчас во многих направлениях, мы действительно страна мирового класса.